Стоп, стоп, досмотри до конца! Lolsky Market – это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Причем, знаете, что я видел, чуваки? Чувак получил вакбан за то, что просто, блядь, вертел быстро на быстрой сенсе себя. Можно, кстати, проверить. Хотите? У вас есть свободный аккаунт для этого? Для игры CS2? Я бы попытался на стриме получить вакбан за это, с этой хуйней. Вот, смотрите, сейчас покажу вам. Спасибо большое. Circles and like side to side and shit and try and hit his teammates and like, I'm hitting him a little bit. You can see me down there. Small movements. Small adjustments. If you go to my profile, you can see ban any. I have literally 1 minute played, I think. 1 minute played. Oh shit, wait, hold on. What? It worked! Oh my god. Блять, может проверить ты? Никто не хочет дать мне аккаунт? Давай я тебе в Стиме сейчас данные. А так если я тебе вакбан получу, ты будешь? Ну, типа, зол или нет? Бля, знаешь, что вы можете сделать мне? Короче, вот вам QR. Кто может дать аккаунт, просто наведитесь сюда, и я зайду на ваш аккаунт через Steam, доступ Стима. Все. Скроен экраном всякий. Все. Так нахуя, все, я зашел. Поехали так. Сейчас будет пиздец, чуваки. Сначала давайте на Дэви. Надо с пулеметом бегать или с чем, чтобы 100% бандали? Пулеметом, наверное, да? Блять! А где пулемет? Можно через консоль? Подожди. Надо DPI врубить еще огромный. Ща. О, вот так? Ебать! Ебать, это невозможно! Блять, пиздец! Сейчас, тихо! Блять, это вообще невозможно стрелять! Блять, невозможно! Я просто немножко двигаю мышкой, она отлетает! Это просто невозможно! Может реально в ММ пойти? Мне просто кажется, в ММ вряд ли забанится. Постоянно крути, стреляй. Блять, это какой пиздец! Так может тебе только DPI больше сделать, и как, может быть, нейросетки сенсу учитывает? Кстати, возможно. Давай тогда сенсу, короче, поставим тогда один, дефолтную, да? И DPI поставим супер огромный. Так не, подожди, он же все равно будет, наверное, учитывать так, нет? F3. Взять пулемет. Сейчас сенсирить. Мне кажется, DPI надо еще увеличить больше. Ебать! Скинь АК, и мы репорты накидаем. А давайте так попробуем, реально. Ну, блядь, да хуй знает. Давайте, короче, пойдем матчмейкинг и репорты накидаем. Привет! Привет, ребята, я играю без щитов, честно. Hello, guys, hello, team. Да, ты еще ролик смотрел, что за бинт на 180 банят, может быть его протестить? А скиньте этот бинт. На Z надо, думаешь, без Z это не будет работать? Блять!
Син, если зайти в профиль на этот аккаунт, то там уже стоит блокировка. Чё, реально? Стоп, секунду, что? Да! Там ваг! Просто меня из игры не выкинуло. Подожди, что? Подожди, сейчас я... Как вам показать, блядь? А почему меня не выкинуло из игры? Типа, если сейчас я выйду, у меня будет вагбан или что? Подробнее. Может, в какой-то другой игре? Я реально получил вагбан. То есть, если я выйду, я уже не вернусь? Это моя последняя игра, возможно, вообще в КС-ке? Надо наслаждаться ей, ребят. Наслаждаемся ей, кайфуем, ребят. А может, так я просто ливну, наверное, да? Какая разница-то, или как? Так, стоп. А почему ваг есть на странице здесь, но нет в КС-ке? Что-то я не понял. То есть я... Запускает. Может, перезайти надо? А где? А где? Почему я... А где? Как это работает? Подожди. Получилось, охуеть. Реально получилось. Мы получили бан за сенс. Там в конце игры дают бан? Блять, зря вышел, да, наверное? Так, если... А напарники я найдусь, подожди. Дай бог бан по железу. Вы что, охуели? Если меня по железу забанят, это вообще клоунада будет полная. Ну это же бред. Ну нет, стоп, меня они же не должны позвонить. Не, это клоунада будет. Если по железу меня забанят. Не-не-не-не, давайте, сука, без бана по железу. Зайди на основу. Бля, меня основу забанили или что? Вы типа профите сейчас или нет? Подожди, не рофл? Сука, вы такие уроды, я так обосрался на секунду. Блять, вот вы уроды в чате. Я реально же испугался. Ну, Максим, я думаю, ну, ты же понял, для чего я брал этот аккаунт. Короче, поздравляю тебя с ваком. Макс, чекни свой инвент в стиме. Нахуя? Ты у меня аккаунт спиздил, блять! Сука, он у меня аккаунт спиздил! Блять, он меня спиздил! Шмотки! Ну хотя бы доту оставил. Ебать, ты урод! Блять, у меня спиздили 500 000! Блять! Это баг, если чё, купи себе что-то на ТП и продай одно, и оно должно пройти. Ну короче, что получается? Мы доказали, что можно получить вагбан чисто за сенс. Это самое главное. Ну бля, ебать, меня затроллили сейчас этой всей хернёй. Вообще жесть. Как же прикольно быть идиотом. На чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам. Хоть всё болит, но не пойду к врачу.